Всем привет! 26 сентября на телеканале «Домашний» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «По ступеням любви». Если планируете смотреть сериал, ставьте лайк под видео, пишите мысли в комментариях. В центре сюжета история Ольги, женщины, столкнувшейся с тяжелыми жизненными испытаниями. После измены супруга и начала развода она возвращается в свой родной город Кушинск, где ее поддерживает мать и сестра. Но помимо семейной поддержки, Ольгу ждет новая встреча, которая перевернет ее жизнь. Главная героиня знакомится с полицейским Олегом, который ведет расследование по делу опасного серийного убийцы. Между Ольгой и Олегом зарождаются искренние чувства. Однако их отношения омрачаются неожиданным поворотом событий. Бывший муж Ольги, решив вернуть ее, приезжает в город с намерением не отступать. Ольга пытается противостоять своему мужу и обращается за помощью к Олегу. Но вскоре происходит трагедия. Бывшего мужа находят мертвым, и все улики указывают на виновность Олега. Полицейского арестовывают, и Ольга оказывается в тяжелом положении. Она должна бороться за свободу любимого человека и доказывать его невиновность. На помощь ей приходит частный сыщик Сергей, который берется за дело. Его расследование на первый взгляд подтверждает вину Олега. Но вскоре Ольга начинает замечать несостыковки в его выводах. Продолжая свое собственное расследование, она раскрывает, что Сергей вовсе не тот, за кого себя выдает. Теперь Ольге предстоит не только разгадать истинные обстоятельства смерти мужа, но и выяснить, кто стоит за заговором против Олега. Если вам понравился сюжет сериала, ставьте лайк под видео и пишите свои мысли в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзоры новых серий. Приятного просмотра!